Масштабная патриотическая акция «За Родину» прошла в Кизилюрте. Митинг организован совместно с районом в поддержку решения о проведении частичной мобилизации, а также в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Свою поддержку пришли выразить более 2000 человек. Здесь собрались общественники, депутаты, силовые ведомства, представители духовенства, молодежных объединений, медработники и школьники. Многие пришли целыми семьями. Слова поддержки выразили глава Кизилюрта Магомед Магомедов и глава Кизилюртовского района Рустам Татарханов. Перед участниками акции выступила и мать 23-летнего Махача Кадиева, офицера, погибшего в ходе спецоперации под Изюмом. Уважаемые мамы, бабушки, родители детей, пожелать вам терпения. Терпения, силы, чтобы быстрее закончилась специальная операция. Все наши дети вернулись домой живыми и невредимыми.